Борисом Новецьким. Спеціальний гість з фінської Лапландії, справжній Санта-Клаус Йолу Пукі. Зустрічаємо! Зустрічаємо Майдан! Ви любите Україну? Так! Да! А Деда Мороза? Да! А ну ще громче. Да! А Київ? А зараз самая громкая. А мэра Києва? От души поздравляю с наступающим Новым годом. Вы все такие красивые, хорошие люди. Я счастлив от имени киевлян поздравить вас с этим лучшим праздником в мире. Я сам верю, что Дед Мороз существует. Правда. С сегодняшнего дня я прописал его в Киеве. Теперь он у нас на постоянно. Что я хочу вам сказать? Ничего не хочу сказать. В Киеве много проблем. Да, сегодня мы не будем говорить о плохом. Нас ждет сегодня праздник. Мы приготовили для вас самую лучшую, самую высокую, самую красивую, самую пушистую елку. 5 рублей. Она сложена из 450 елочек. Ты что-то выпил, чувак? Мы потратили на это полмиллиона гривен. Да не будем говорить, что потратили. Каждый год мы увеличиваем елку на 1 метр. Скоро она дойдет до самого неба. Да. Алкач. Здравствуйте. Веселитесь. Все для вас. А для вас? А сейчас у меня есть волшебное слово. Палочка? Я полагаю, что елки нужно зажечь. Отдохнуть ее надо. Плохо кричите. Хорошенько. Да! Запалилась вогнями! Ура! Дякуємо, дякуємо Михайловичу за те, що здійснилося, те, чого ми чекали вже кілька годин. Дякуємо Йолопуки, Санта-Клаусу з фінської Лапландії. Hyvää iltaa Ukraina, hyvää iltaa Kiev. Minusta on todella mukavaa päästä katsomaan teitä kaikkia. Iltana komean kuusen. Санта радий бачити Санта радий, вас. Чудовий вечір поряд з цією розкладною ялиною.